День студента в нашей стране учащиеся и преподаватели отмечают всегда бурно и ярко. У молодежного центра «Импульс» сегодня открыт бесплатный каток с музыкой. Этим подарком, несмотря на мороз, воспользовались десятки мытищинцев. Прекрасный лед, праздничная атмосфера и конкурсы. Кто-то впервые встает на коньки этой зимой. А для подруг Светланы и Ульяны это привычная программа. День студента они празднуют активно уже не первый год. Без катка нельзя. Для них главное – веселая компания. А чем заняться, студентки всегда придумают. Студенческая жизнь у всех особенная. В кино, знаю, там, да, на квест на какой-нибудь тоже будет интересно. Ну или в кафе, на крайний случай. День студента – еще и праздник всех Татьян. Про милых обладательниц этого имени тоже не забыли. Мы захотели феерично вот так отметить День российского студенчества, поскольку природа подарила нам прекрасную зиму. И у нас есть каток на территории молодежного центра «Импульс». Соответственно, мы пригласили всех студентов. И я хочу заметить, мы пригласили еще всех женщин с именем Татьяна воспользоваться, да, бесплатно катком. Студенческие годы, несмотря на сессию и экзамены, самые веселые, беззаботные и запоминающиеся. А такие подарки дарят яркие эмоции и остаются в памяти надолго. Мы, студенты МГУ, хотим передать привет факультету естественных наук. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Мытищинский.